Друзья, всем привет! С вами Катя. Мы продолжаем бороздить просторы распродажи Zara. А так как постоянно невозможно контролировать позиции в магазине, для этого есть я вам в этом помогу. Я ваш помощник. Так, прошел еще один этап снижения цен. И вот этот пиджак уже стоит 3000 рублей. Я его уже рекомендовала. Решила про него напомнить. Размер S на мне. Очень достойно выглядит. Бежевая с темно-сине-зеленой полоской. Ну и размер S достаточно мне свободен. Так, босоножки. Выглядит прикольно, но что-то как-то не очень удобно они. Со слитками, конечно, ужас. Так, а вот это настоящая находка. Такой блейзер с широкими плечами. Здесь я не сказала бы, что прям такие толстые подплечники. Просто чуть-чуть линия плеча выдвинута. Он приталенный, с поясом. Состав у него вискоза 82, тутовый шелк 17. Подкладка вискоза. Стоил 10 600, сейчас 5000. Приятный к телу, очень симпатичный, прям выглядит здорово. Так, еще один пиджак вот такого темно-синего цвета. Я взяла размер S и M. На мне сейчас S. В составе хлопок лиоцел, подкладка вискоза, стоил 9300, сейчас 5. Так, ну вот на мне размер M. Он уже, конечно, большеват мне, как с чужого плеча. Уже не то. Так, а вот это на 100% моя вещь. Я ее еще видела перед распродажей на сайте. В нашем магазине ее не привозили. Это такая укороченная рубашка. И смотрите, здесь интересная деталь. Вроде как на первый взгляд, ну что, укороченная черная рубашка с двумя карманами. Это вот такая резинка. Она на кнопочке уже, чем сама рубашка. На самом деле рубашка еще и здесь широкая. Собирает она пыль, на манжетах резинка. Не сказала бы, что я прям так хорошо сделана. Но в общем и целом интересная. М-ки, к сожалению, не было, пришлось взять S. Но так она мне по размеру. Помните, в прошлом видео я вам показывала брюки, только они мне были великоваты. Я нашла размер S брюк, и вот от них вот такой топ. Ну, сразу захотелось на море. Становится очень жарко в примерочной. Следующее, это вот такие брюки хлопковые, они очень широкие. На мне размер XS, пояс затягивается. На камере вроде как они светлее выглядят, на самом деле темные. Хорошенькие брюки, немножко они мне большеваты. Из вискозы такого темно-глубокого синего цвета. Очень классно смотрятся в сочетании с бежевым.
Друзья, включение со следующего дня. Я получила посылки, так что буду сейчас примерять и выбирать. Сейчас все покажу. А да, еще увидела вот такой пиджак, мне понравился, нежно-голубой с переливами, в составе вискоза, лен. Пока он стоит 6000, но в четверг, думаю, станет еще дешевле, в районе, наверное, 4000. Так, немножко пошуршу. Это брюки. Сейчас примерю. Я в размере М заказала и в S. Вот посмотрим, какие лучше мне подойдут. Кто-то лбом ударился, видно еще. Так, ну хочу сразу сказать, что думаю, что размер S мне будет очень впритык. М-ка такая, не сказала бы, что свободная. Но здесь прям в ногах узко, сразу нет. Так, а вот пиджак классный вообще, вот его рекомендую. Я вернулась в Zara Home, померила босоножки. Коричневые в 39 размере мне оказались велики. Черные примерила в 38 размере. Идеально по ноге, очень мягкая кожа. Удобные, мне понравились, стильно выглядят. Черные мои фавориты. Шопинг-прогулка продолжается. Я пришла в Массимо. Взяла пиджак, кардиган, стильную рубашку и брюки. Я примерила такой кардиган. К сожалению, из-за такого освещения полностью не покажешь, какой он на самом деле. Но вот так, если только. Это вискоза. На мне размер М. Такой увесистый. Прочувствуешь прямо его на себе. В жизни смотрится лучше, чем на видео.
Вот такой серый пиджак, 65% шерсти, если я не ошибаюсь. Да, много не буду говорить, качественный, стильный. На мне 40-й. Черные брюки я померила в размере 36, в талии мне они оказались большими. Тут принципиально важно, чтобы этот широкий пояс сидел по талии хорошо, тогда они будут стильно смотреться. Брюки отличные, также есть в белом цвете. Рубашка оверсайз, размер на примерке ML. На сайте принт выглядит более красноватым, возможно, это другой цвет, но на примерке рубашка с хаки принтом. Так, мне понравились такого цвета шорты. Такой серо-черный еще неплохой. В принципе, есть такой еще голубой, но он менее для меня привлекателен. Такого же материала есть такие удлиненные футболки. Мне нравится вот такой цвет. Думала, ничего не буду примерять. А мне понравились вот эти брючки. Неплохо смотрятся. Нужно будет примерить. Очень комфортные брюки, не претендующие ни на какую фэшн историю. Вискоза, лен, резинка такая упругая, широкая, мне нравится, на мне размер XS.
Чуть-чуть, конечно, выделяются карманы. Мне всегда это напрягает. Но от них можно избавиться. Сейчас примерю S-ку. Они более уже такие свободненькие. Но вот эти топы лучше надевать с какими-то кроп-топами, потому что очень широкая пройма. Еще хочу сказать, что горловина узкая, не для больших умных голов. Ну, такая больше пляжная история. На этом буду заканчивать. Спасибо за компанию. Скоро увидимся. Пока.